Областной Минздрав и Самарский филиал Почты России подписали договор о сотрудничестве в сфере доступности медпомощи в сельской местности. Теперь почтальоны, разнося корреспонденцию, деревенским жителям будут проводить опросы, у кого что болит, нужна ли помощь врача, какие лекарства есть дома, имеются ли вредные привычки и занимается ли человек физкультурой. Эта информация поступит в районные больницы, а потом в общую медицинскую электронную базу данных. Это ни в коем разе не ухудшит нашу основную деятельность по доставке корреспонденции вручения пенсий. В данных почтовых отделениях у нас почтальоны работают на ставке 0,5-0,8, поэтому нам ничего не мешает добавить данную функцию и выполнять эту работу. Пилотный проект запустили в самом крупном районе области Кинель-Черкасска. Там 28 отделений связи и почти сотни почтальонов. Перед началом работы они пройдут спецкурсы по оказанию первой медпомощи и правильности заполнения анкет по здоровому образу жизни. Теперь почтальон будет еще и спасателем. Это дополнительные люди, которые обладают не специальными медицинскими знаниями, а вот тем необходимым блоком по оказанию первой помощи. Это не врачебная, не медицинская составляющая и выявлению причин, которые представляют угрозу жизни или угрозу здоровью. Почтальоны будут доносить до населения информацию областного Минздрава, рассказывать сельчанам о прохождении медицинских осмотров и диспансеризации, раздавать буклеты и памятки о мерах профилактики заболеваний. А еще через интернет они помогут записаться людям на прием к врачу и вызвать специалиста на дом. Все ресурсы, которые есть на территории региона, они должны быть сконцентрированы в рамках большого национального проекта. Национальный проект народосбережения, проект, связанный с воспитанием здорового образа жизни, с культурой общения с медициной, с профилактикой, со своевременными обращениями в соответствующие лечебные учреждения. Пилотный проект по доступности медпомощи в сельской местности запустили в регионе после встречи руководства Почты России Николая Подгузова и самарского губернатора Дмитрия Азарова. Почтальоны должны дойти до каждого сельского жителя, а значит, качество жизни в самых отдаленных деревнях области может улучшиться. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.